И, Елена, я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию. Фамилия, имя, отчество. Воплощенное на Земле. Дата рождения. Фотографию ты видишь? 1, 2, 3, находишь его в энергоинформационном поле Земли? Да, нашла, Юрия. Хорошо, считай, пожалуйста, его генетический код по структуре эфирного ДНК, воссоздай его оригинальный образ, проведи процедуру идентификации с личностью, фотографию, которую ты видела. Да, это он. Отлично. Защищаем его физический биоробот с защитным энергетическим потоком и щит из зоны Млечного Пути. Берем его в защитный энергетический скафандр на период работы с тонкими телами. И скафандр. Хорошо. И вместе с тонкой копией Юрия совершите квантовый переход в чистую нейтральную зону твоей комнаты диагностики. Будьте в ней. Да, мы в комнате. Ага, хорошо. Приветствуем Юрия. Мы приветствуем Юрия. Интересуемся у него, готов ли он продиагностироваться, будет ли его биополе по силе воли и заявлению его души с нами сотрудничать. Да, готов. Энергоцентр открыл. Отлично, очень хорошо. И, Лена, считай, пожалуйста, его физические параметры в виде процентов энергии, частоты вибрации этой энергии в герцах. Энергии 123. Хорошо. Вибрация. Но сейчас 16. Так, хорошо. Довольно неплохо. И хорошо, попросим тонкую копию Юрия разбиться на фантомы. А Елена, прошу произвести их визуальный осмотр на наличие блоков, затемнений, деформаций. Проверь работу чакральной системы, проверь движение энергии по меридианам. Дай, пожалуйста, свой комментарий. Так, ну смотри, я его сразу же вижу в пирамиде. В плотной такой четырехгранной пирамиде заземлен. Что касается фантомов, то здесь зеленый фантом мерцает, голубой фантом мерцает, свадхистана это оранжевый фантом, тяжелый, то есть те, которые мерцают, у них явно есть наличие чужеродной энергии. Вот, и воздействие. И по биополю. То есть вот по всему биополю идут также в виде голограммы импульсы. Так, хорошо. Переходим к более глубокому анализу, к более глубокой диагностике выяснения причин затруднения движения энергии по зеленому, голубому, оранжевому фантому по пирамиде. И даю команду диагностики. Елена, настраивайся на биополе Юрия, которое полностью проецирует на всем своем энергетическом теле, на всех своих фантомах, всю чужеродную энергию, все присадки, все импланты, все подключки. Все чипы, любые маркеры, маячки земного, внеземного происхождения, все негативные, чужеродные мыслеформы, инкубы, суккубы, лярвы проецируются, разумные, неразумные субстанции, все магические воздействия, магические удары, все магические подключки, все низковибрационные, паразитирующие существа и сущности, все сущности нижних и верхних космических миров, сущности темных цивилизаций, все импланты, любого назначения, видимые и невидимые, скрытые и мимикрирующие, встроенные на уровне ДНК, микроскопическом, молекулярном, проецируются паразитирующие, неупокоенные, бесплотные души, а также вся патогенная низкая вибрационная эмоциональная энергия, вся информация о болезнях, все то, что вредит сейчас биополе Юрия, его жизни, здоровью, судьбе, проявится в виде ярко-красных маячков на всех фантомах, если такого есть, ты их увидишь. Полностью проецируется вся чужеродная энергия на биополе Юрия, начинает гореть как внутри, так и снаружи, в голове, черепе, позвоночнике, во всех его органах, внутри и снаружи фантомов. Биополе Юрия само находит чужеродную энергию, поджигает, подсвечивает ее. Видишь всю полностью чужеродную энергию на его энергетическом поле. Так, проявилась у меня абсолютно полная картина. Тут многочастотное, разночастотное подключение есть. Ну, давай с самой яркой начнем уже, низковибрационной, которая вот сейчас по у частотам? Меня проявлена. Да, давай по частотам. Для частоты проверки, да, давай по ярким самым. Проявляется и проецируется энергетика представителей нижних подземных миров, нижнего так называемого подземного царства. Все представители, если таковые интерферируют, выходят, не могут воздействовать на тебя. Время для них остановилось, в комнате диагностики никто не может воздействовать. Посмотрим, что на этой частоте. Во, проявлена картина такая, знаешь, в районе Свадхистаны идет канал. Во-первых, там огненный костер такой, как эпицентр воздействия. И сущность есть, сущность демоническая, которая довольно уставшая, но видно, что она выполняет определенную программу. Она постоянно, знаешь, равномерно подбрасывает вот в этот огонь, костер, который в Свадхистане горит. Не знаю, какие-то, что это, похоже, как на сухие палочки. Так, сколько гир сразу считываем?
9,5. 9,5 Гц. Так, на что подцепился, как не повторить в дальнейшем, считываем информацию с тонкой копии сразу. Так, я сейчас погружусь, поскольку я не вижу здесь. Нет. Я посмотрю, есть ли договора какие-то, во-первых, с сущностью. И пошло, знаешь, здесь просто с магической частотой. Пошло наложение этой частоты. То есть здесь заход произошел не просто в виде понижения вибраций, а в виде определенного воздействия на магической частоте, поскольку вижу внедрение программы. Он здесь не просто так отсасывает энергию, он здесь выполняет определенную программу по отводу энергетических ресурсов из жизненного пространства. И программа, несмотря на давность установки, все еще является рабочей, поскольку она дополнительно подпитывается его периодичными низкими вибрациями. Здесь вот что я могу сказать. Давай их сразу откроем магическую частоту. И поскольку они пересекаются между собой, наверное, информации будет больше. Давай, хорошо. Проецируется энергетика магических воздействий, ударов ритуального характера в биополе Юрия. Смотрим, было ли магическое воздействие. Эту частоту проверяем. Так, ну вот пошла связь этой сущности с магической частотой, то есть пошла вибрация. Подтверждаю наличие программы установленной. Здесь дополнительно притянут фантом женщины по времени воздействия. Нет, не накладываются просто еще программы. Еще было 8 лет назад, но это не то. Это старое воздействие. Сейчас я ухожу туда. Ему более 30 лет. Вот то, которое сейчас я вижу. Программа установлена. Деструктивная в виде порчи, в виде разрушения его энергетического потенциала и отвода ресурсов. Установлена на мысли в форме ненависти, злобы и мести. Как бы, знаешь, на вибрациях обиды, которые я сейчас вижу. Так, притягивается ответственный исполнитель. Мастер и заказчик притягиваются по интерференции, которая сейчас существует. Есть и тот, и другой. Есть и мастер, и заказчик. А вам кто нужен? Наверное, заказчик все-таки, да? Ну, мастер. По заказчику, значит, женщина, возраст где-то лет 30, ну, плюс-минус, вот так, может, 30 с хвостом. Есть такая легкая полнота у нее, волосы светлые, но такое ощущение, что они украшенные, свеченные, подкрашенные. Вот, они уложены, завиты, опять же, там либо это искусственная завивка такая произведена. Круглое лицо, но она миловидна. Тонкие брови, губы узковаты, то есть, ну, не пухлые так вот, чтобы... А что еще могу сказать? Глаза светлые, такие серо-голубые. Рост средний. Хорошо, то есть это, видимо, на момент, вот когда была на момент, порча. Когда, да, я вот так считываю. Так, хорошо, так, хорошо, с ними разберемся. Так, это значит на вибрациях ненависти, злобы, мести, да, было сделано. Реверс энергии сейчас будем делать в любом случае. Ну и также с мастером отдельно. А мастер как? Мастер тоже женщина. Женщина просто старше, намного старше, тут за 50. Понятно. Славянской национальности, но это она не имеет отношения прямого к Юрию. Я имею в виду, ну, что понятно, здесь это исполнитель, нет. Профессионал. Хорошо.
Хорошо, время для них остановилось, не могут воздействовать на тебя. Так, значит, ему тонкая копия Юрия информацию предоставляет, на что подцепилось, понятно, да, как не повторить в дальнейшем такого рода. При взаимодействии с людьми нужно выстраивать дополнительную защиту, а защиты будут служить как импульсы, световой энергии, выстраиваемой вокруг себя, так и внутренние вибрации, которые ты постоянно повышаешь, доводишь до максимально высокого уровня. Когда ты сам опускаешься на низковибрационный уровень эмоциональный в виде обиды, злости, ненависти, твои вибрации начинают резонировать с вибрациями поля людей, и проникновение деструктивных программ происходит гораздо легче, нежели когда ты находишься в вакууме собственной высоковибрационной энергии. Ну да, понятно. Хорошо, благодарим за рекомендации. И также вот то, что вот это, значит, 30 лет, а ты говоришь, еще какие-то вошли вот 8 лет. 8 лет назад я вижу, но здесь знаешь, как идет такая мутнотень. Не вижу пока представителя по каналу, запитанного на него. Хорошо. Просто идет очень такой конкретная рабочая программа по оттоку энергии, тоже жизненной, тоже из поля. Знаешь, как вот невезение общее. Ему вот это общее невезение, конечно, сформировала базовая программа, та, которая подпитывается демонической сущностью, да, и до сих пор еще работает. Но тут дополнительно, когда вот все начинает валиться, все идет не так, и искры сыпятся вот здесь вот у меня в энергетическом плане. Хорошо, все ответственные проявляются, все ответственные проявляются за это, то, что вот информацию, которую ты наблюдаешь, четко и ясно, это энергетический удар или что такое еще дополнительно? Это сброс негатива был произведен на него, как бы не конкретная на него направленная порча, а просто сброс негатива с себя, негативной программы. Но я не вижу человека, который сбросил, вот сейчас не выходит, у них нет общего канала. Поэтому у меня хорошо, у меня это, тишина. Видимо, почистим тогда просто по астральному телу потом. Да, то есть, ну, негатив, который накопленный, существует. Нет, но это произошло через определенный ритуал, через крадник, который я, вот крадник как ритуал я вижу. Но я вижу, что эта энергия была направлена не на Юрия конкретно, вот если в первом случае агрессия на него направлена, и конкретная программа, то здесь сброс пространства, сброс вот этой энергии по программе человеком был произведен в пространство, а как бы через пространство перешел на него. Вот здесь нет намерения по отношению к Юрию четкому. Это, знаешь, это как вирус, который... Ладно, я понял. Хорошо, тогда сделаем проработку ему. Надо будет сделать проработку программу, которая с ним негативно связана, в сферах сделаем. Да. Так, хорошо, еще раз уточним по магии, то есть это заведенная, да, сущность, это мастер заводил демоническое, или как у них там взаимоотношения какие? Да, есть, но здесь он зашел на программе, он, да, он можно так охарактеризовать, что он заведен через ритуал, да. Все ясно, хорошо. Так, время для всех остановилось, не могут воздействовать на тебя. Переходим к следующей частоте. Проецируются все чипы, датчики, импланты, коннекторы, скачивание эмоциональной энергии всеми представителями темных космических цивилизаций. Начинают мигать. 1, 2, 3. Полностью смотрим. Инопланетное, чужеродное, космическое воздействие, если такого имеется. Ну вот как раз вот на этой частоте выявилась пирамида, ту, которую я вначале видела. Вот, пирамида установлена цивилизационными системами. Высоковибрационными, у него самого довольно развитая аджна, и вот идет сейчас как раз контакт и подавление этой системы. Вот здесь идет на энергоинформационный канал и на аджна-чакру. Прямо, знаешь, энергетически это еще выглядит как в голове, у него установлена некая сфера вокруг этой головы, и с эпицентром вот, в шишковидной железе, где происходят сами процессы по оттоку. Ответственный кто?
Я вижу систему, систему серых, но Грей. в биополе сейчас представителя нет на данный момент. Все это осуществлено, запитано конкретно на вот эту вот систему. Она установлена, она рабочая, и, ну, как бы, наша работа по взаимодействию с биополем Юрия, она происходит автоматически, дистанционно. Я понял, хорошо. То есть система, да, это через систему делается. Хорошо, это мы реверс сделаем. В любом случае отчитка также будет произведена. Это еще не все, подожди. Что еще? На этой брюшная полость. Угу. Здесь тоже есть затемнение, и вибрационно идут импульсы этой частоты. Сейчас мне нужно будет туда подобраться. Здесь не имплант, здесь именно в виде паразита. Выступающая подключка. Разрастающиеся такие пошли щупальцы, но все-таки это спрут. Ага, спрут, так, хорошо. Так, сразу считываем, тонкокопия дает рекомендации, но чтобы подцепился, как не повторить в дальнейшем. Что касается верхней подключки, то здесь исключительно на осознанности, когда нет внутреннего понимания, знания своей божественной структуры и возможности влияния и выбора, энергетической выборки из пространства, вот происходит такой, знаешь, стопор, стопор сознания, спящего сознания, которое плывет по течению и при этом испытывает низкие вибрации, идет автоматическое здесь подключение. Угу. Здесь никто, конкретно Юрия, не выслеживает. Я здесь понял, это происходит как горящая спичка в пространстве и подключение. Все. Значит, что касается спрута, здесь идет на низкие вибрации, но тут конкретно идет на страх и эмоциональные зацепки. Эмоциональное тело астральное, оно перегружено информацией и жесткими программами, идущими еще, как я вижу, знаешь, как клубок, на который все наматывается, 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 а должно быть чистым это тело. И вот здесь произошло, получается, ну, как тебе сказать, очаг возникновения низковибрационной собственной энергии, которая резонировала с той, то есть на низкоплановых вибрациях страха, который потом стал внутреннего страха такого, да, внутренней неуверенности, подавленности, ощущения обиды и вины одновременно. Но при этом эти ощущения теперь усиливаются за счет вибраций представителя, который там находится, поскольку он питается энергией, а впрыскивает все то же самое, усиливает негативную Ясно. Работу астрального хорошо. Плана. Так, хорошо. Дальше частоту проверяем. Также проецируется паразитирующий непокойный бесплотный душ, откачивающий жизненно важную энергию, если имеется. Нет. Хорошо. Так, все, по этим частотам всех проверили, вот все выстроились, ясно, четко стоят перед тобой, да? Да, здесь я все вижу. Хорошо, и спрашиваем Юрия, готов ли он сделать реверс по каналам? Да. Хорошо, и даю команду тонкой копии Юрия спроецировать все энергетические, сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Есть каналы? Каналы есть. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, негативной, патогенной, низковибрационной энергии от всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Юрию. Нашли потоки. Очень черная, густая энергия, как расплавленная смола, течет к демонической сущности. В большей степени к нему, как исполнителю, куратора этой программы. Энергию страха, неуверенности, энергию всех болезней, все, спрут что он мог получить. Спрут собирает очень много энергии, густой.
Именно густое. Она цветная, но тягучая. Импульсы идут через пирамиду полностью. Вот он сейчас находится как будто бы под напряжением. Магическую частоту переходит дымок. Я имею в виду, что к женщинам туда. Полностью, полностью все. Остановилось движение энергии. Есть, хорошо. И фильтры с золотым сечением устанавливаем на каналы. Есть фильтры? Да, есть. В порядке реверса Юрий забирает чистую, светлую, божественную энергию. Фильтры на все каналы установлены. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Все, что у него похитили, все, что изъяли до последней капли, возвращает Юрий себе обратно. Он и только он хозяин своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Пошла энергия. Наблюдаем. Идет энергия светлая. Очень активная. У него своя энергия. Вот свой энергетический потенциал очень высокий. А выработка энергии в духовном центре, в анахате, я имею в виду, тоже очень активно большая. Кроме того, он хороший проводник энергетический, и это тоже видно, и состояние тела тогда сейчас, когда происходит реверс, эта энергия. Очень гармонично все распределяется. Очень хорошо. В сознании видно, что в сознании души заложено очень много информации. Вот сейчас, если она будет правильно вскрываться, он может правильно распорядиться своими внутренними ресурсами. Отлично. Переход есть. Перешла. Есть, хорошо. И блокируя все каналы, предлагаю тонкой копии Юрию поменять полярность всех подключивать чипов, датчиков, имплантов, коннекторов и нанести импульс высокого вибрационного шока удара по этим чипам, датчикам, вывести их из строя и вызвать импульс шока удара ко всем ответственным подселенцам, оценить по возможности все каналы на счет 3. Готов он это сделать? Да. Итак, 1. Концентрируй всю свою энергию. 2. Приготовился нанести импульс шока удара. 3. Удар мощным ударом. 1 на 3. Отсекаем все каналы мощным ударом. Ну, у него все очень хорошо с вибрациями. Дело в том, что он, видимо, активно пытается поднимать их искусственным образом еще. Вот, поэтому сил хватает на то, чтобы дать хороший удар сейчас. Пошел откат на магическую частоту. Очень резкий скачок. Пошло в пирамиду сейчас, в общую сеть. Причем такие очень мощные колебательные движения. Так, этот спрут, он вылез полностью из области живота. Ну, демоническая сущность, тоже удар пошел сюда. Молодец, хорошо. Да, действительно, предиагностики у него были энергии, вибрации, скорее всего, действительно что-то делает. Хорошо, будем отчитку его делать, тонкой копии контрактов также избавляться. И по закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, он должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Готов он это сделать? Да. Хорошо. Я говорю вслух, и его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вслух, тонкая копия за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договора, фамилия, имя, отчество, которые заключены осознанно и неосознанно, все кармические договоры, контракты рода, контракты на воплощение миссии, а также все то, что имеет мой энергетический отпечаток на этой временной линии, на всех других, в прошлом, настоящем и будущем, внутри всех измерений плотности и уровней сфер реальности, я вызываю все повторные фрагменты, копии, резервные копии, зеркала, экземпляры контрагента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вырезали какие-нибудь договора? Да, есть, но только те, которые он будет расторгать. Хорошо, то сама есть... тонкая копия решает, что ей нужно, что аннулировать хочет, что хочет еще оставить для работы. Пусть это сделает. Ну, все, что он выделил, идет на расторжение. Я понял. Хорошо, я говорю вслух, тонкая копия повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Я аннулирую, я отменяю, расторгаю все эти соглашения, а также все копии контрагентов, повторные положения, дубликаты, дополнения, резервные копии, скрытые копии, зеркала и все перечислено ранее. Пусть говорит, и я посылаю все эти соглашения, все варианты ранее перечисленные в галактическое ядро для трансформации в первичную энергию.
Я возвращаю всю свою энергию, которая вошла в эти соглашения по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки и выражаю намерения своей души и личности. Я отказываюсь от программ страдания, жертвования, беспамятства. С этого момента я выбираю только энергии свободы, любви, гармонии, единства. По праву на защиту своего личного пространства я объявляю на всех вибрационных уровнях, планах, измерениях, реальностях, что мои энергополя, моя сущность, душа, личность, создание, физическое тело под абсолютной защитой воздействия и вторжения, в том числе дистанционного. Внутренней властью своего суверенного я объявляю любое воздействие, даже на уровне намерения, от людей, от существ, любого плана, уровня реальности, на любом операционном уровне автоматически блокируется. Моя энергия абсолюта защищает меня от всех направленных и ненаправленных на меня враждебных и вредоносных мне влияний или любой природы, любого характера и происхождения, из известных мне и скрытых от меня источников, от любых вмешательств в мое энергетическое поле и сознание с любой целью. Мое намерение защищает меня от любых существ, сущий, духов, демонов, призраков, фантомов, кубов, суккубов, джиннов, имплантов, подселенцев, программ, подпрограмм, любых предметов, объектов, субъектов, энергии, материи, артефактов, а также от их проникновения в мое физическое тело, энергетические тела и мое сознание. С этого момента я нахожусь под установленной мной защитой своего намерения во всех мирах, междумирьях, реальностях, уровнях, плотностях, измерениях, воплощениях, временах и снах. Свободно провожу своей истинной энергией души на человеческий план в том объеме, который посчитаю нужным. Всем участникам Матрицы, всем членам Совета и их представителям я запрещаю на меня влиять, вторгаться в мое пространство. Все существа, нарушившие этот запрет, автоматически отправляются в экологическое ядро для трансформации в первичную энергию силой моего намерения. Я беру ответственность за все свои энергии, осознанные или неосознанные. Моя свобода начинается здесь и сейчас, во всех мирах, междумирьях, планетах, реальностях, уровнях, плотностях, измерениях, воплощениях, временах и снах. Силой моего намерения да будет так. А так и есть. Прочитал он, что происходит? Напиши. Да, ты знаешь, все-таки я склонна сейчас думать, что имеет он отношение к его душе инопланетное. Вот, потому что когда он производил отчитку, во-первых, вот этот вот весь треугольник, сама пирамида, она нагревалась, и она становилась такой ультрафиолетовой. То есть он своим потенциалом настолько смог сжечь. И более того, вот эти сетевые подключки, видимо, они имели определенную договорную основу, потому что отключение пирамидальное, космическое произошло именно на зачитке манифеста. Ну, понятно, с хорошей энергией у космических душ тут такие установки даже сделали. Серьезно, было чем полакомиться. Так, хорошо. Итак, передаем информацию всем интерферентам. Сейчас в рамках закона свободы воли, также воля была проявлена, манифест зачитан, происходит чистка Юрия. Мы не желаем причинять вам ущерб, наносить энергетические удары, поэтому предлагаем сперва убрать самостоятельно все подключки, чипы, датчики, импланты, каналы, любую интерференцию, и затем пройти проверку на электрический импульс. Если более не будете интерферировать никак с биополем Юрия, проверка будет пройдена, и тогда откроем портал на вашей частоте и уровне. Только на этих условиях портал вас пропустит, и сможете безболезненно, безопасно уйти в свой мир безвозвратно. Итак, высвечены они в энергиях, вибрациях высоких, и кто готов снимать самостоятельно интерференцию, производит действие. Ты проверяешь. Ну вот смотри, на космической частоте спрут вылез, отключка полная есть уже от сети. То есть тут можно проверить будет. Магическая, ну, магическая, вот эта темная частота. Здесь, ну, идут манипуляции еще пока. То есть вот она, вот эта женщина, которая является магом, она сейчас засунула некий предмет такой, на который наматывает сейчас определенную энергию. Или это, скорее всего, не энергия, а проекция, которая была встроена в Сватхистану. Но у нее и через Сватхистану, и через Анахату есть точечки. Просто демон запитан на Сватхистану. Она вытаскивает сейчас оттуда. Уже буду говорить информацию. И тут же идет разрушение этой информации на глазах. Хорошо, так, пусть все снимают. Отключение происходит. Ну, вот они в этом же огне затушили сейчас саму программу, я имею в виду, сожгли.
тушат костер вот этот, и идет отключение демонической сущности. Мастер делает, да? Да, она сама все делает. Законы магии знает, магия обнаружена, несанкционированный отъем энергии, так что пусть, да, все снимает. Ну, все, они отошли полностью, он освобожден, биополе можно проверять. Отлично, хорошо. Итак, начнем с, ну, давай сразу с магии, да, с мастера и с демонической сущности, да. Итак, условия проверки им понятны. Проверки да. идет. Хорошо. И на счет 3 даю проверку. Зеленый маячок, если все чисто, более никак не интерферирует. Красный и бьет электрическим импульсом, чего мы не желаем. В слой проверки говорили, если что-то еще осталось. Итак, 1, 2, 3. Проверка. Нет, здесь зеленые. Хорошо. Благодарим за работу мастера. И также открываем портал на чистоте ее, и пусть уходит вместе с сущностью своей, далее как распорядится ей, это ее дело. И безвозвратно для Юрия дорога назад забыта. Выход из биополя есть, в том числе и демонической сущности, он ушел вниз. Автоматически ушел вниз, его они вывели. Сами ушли на свою чистоту. Я закрыла, опечатала и пентаграммы на все порталы. Есть. Пентаграмму отлично растворяем. Так, хорошо. Далее переходим к Грей из Пруты, нижней темной космической цивилизации. Также проверку готовы? Да. Хорошо. Все также невидимые датчики, импланты пусть убирают, иначе будут их бить током. Итак, я даю проверку. 1, 2, 3. Проверка. Зеленая, красная. Спрут. Зеленая. А Грейвская цивилизация. Все, отлично. Хорошо. При условии, что более как не интерферируют порталы, их на их частотах пропускают. Безвозвратно. Дорога назад забыта. Выход есть, закрыто, опечатано. Есть. Очень хорошо. Очень хорошо. Так. Так, по представителям здесь все у нас, да? Представители, да. Хорошо. Я бы прочистила еще, знаешь, мне инструмент, да? Давай, бери высоковибрационный инструмент, работаешь по остаточным энергиям, удаляешь. Мне нужно, во-первых, прочистить дополнительно Сватхистану, там, где была интерференция с этим огнем. Тут хочется чуть-чуть чакральной чистки, нет, хочу просто хотя бы освободить здесь лучший ток энергии сделать. И потом там, где у меня была локализована вся негативная информация и энергия от, ну, от этой энергии кратника, которую некому было передавать, мне нужно это вывести. Хорошо. Также воронка против часовой стрелки открывается в галактическое ядро для переработки в первичную энергию. Да, я сбрасываю. Есть. Все? Да. Воронку закрываем? Закрываем, да? Да, закрываем. Все, закрываем воронку, растворяем. Уносится галактический дрот для переработки в первичную энергию. Есть. Есть, хорошо. Так, хорошо. Так, еще раз, да, со всех сторон посмотрим на Юрия. У него сейчас почти все фиолетовое биополе. Вот как после зачитки манифеста осталось, так и продолжает он сохранять вот эти высокие вибрации. Хорошо. И также сформируем сферу, да, мы хотели сформировать ему сферу, и все негативные программы туда пусть заходят, концентрируются в этой сфере негативной энергии программы, и нисходящий поток абсолюта, и одновременно восходящий поток от кристалла Земли пошел, 1, 2, 3, тем самым происходит глобальная очистка, переработка и расщепление на те энергии, которые принадлежат Юрию по праву, чистые, божественные. Проработка глобально происходит. Расщепление негативных. Идет программ. Сейчас, да, все негативные программы, которые заложены в сознание, а также в биополе. Они выведены в сферу, идет переработка, расщепление всей негативной информации. Растворяется эта информация. И когда сфера будет пустая, она будет раскрыта.
Есть. Есть, вносится в галактическое ядро на переработку в первичную энергию сфера. И выходит эмоциональный фантом Юрия, проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли, формы, а также низкая вибрационная эмоциональная энергия, злости, раздражения, ненависти, гнева, страха, ужаса, сердитости, досады, сопротивления, отвращения, настороженности, тревожности, нервозности, испуга, волнения, давящих переживаний, энергию запутанности, изолированности, угнетенности, отчаяния, ощущение ранимости, беспомощности, опустошение, апатии, скуки, ощущение одиночества, стыда, вины, смущения, шока, потрясения, грусти, дезориентации, ревности, агрессии. Все это низковибрационно, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Да, энергия подобная есть, вот она явилась толчком к тому, чтобы было подключение с космическими спрутами. А вот, но... Спрашиваем тонкую копию Юрия, как он поступит с этой энергией. Он хозяин своей энергии, этой энергии, может переконвертировать из категории низковибрационной в высоковибрационной, позитивные эмоции при условии достаточности герц энергии, и либо сброс воронка произведен, что выбирает. Конвертация. Молодец. С учетом достаточности герц энергии прошу Юрия произвести конвертацию этой энергии из категории низковибрационной в высоковибрационной, позитивных, положительных эмоций, мыслей. На счет 1, 2, 3 начался процесс переконвертации. Идет сейчас этот процесс, все сгустки, уплотнения, тяжелые плотные конструкции начинают растворяться и светлеть под воздействием светлой энергии, вырабатываемой им самим же. И сейчас астральное эмоциональное тело приобретает единую плотность. Единую цветность, золотисто-желтую. И потоки восстановлены. Циркуляция хорошая. Все, отлично. Сжигаем, воспламеняем, активируем внутренний резервный божественный свет энергии. Энергию жизни активируем. Растекается, заливает все пустоты фантомов божественного света в атмосфере божественного света. Деактивируем энергию болезней земных и космических. И полная деактивация дисгармоничных свойств чакр происходит. И активация гармоничных свойств чакр происходит. Свет живо расходится по фантому, заполняет пустоты, образованные после удаления программ и подключек, и затемнений я не вижу, все светло. Ага. Параллельно пошла энергия с космоса, кристально чистая, высоковибрационная, радующаяся на фантомы по цветам, заряжает каждый фантом максимальной зарядки, в каком количестве процентов нужно, требуется. 412. 412 энергии даем каждой чакре, фиолетовую чакру сахасрару, синюю чакру ажну, раскручиваем в правильном ритме, в правильном режиме все чакры по часовой стрелке. Голубой энергии даем вишудху чакру, голубому фантому, а также зеленый свет пошел, желтый, оранжевый, красный. Соответственно, фантом чакры анахаты, манипуры, садхистаны, муладхары заряжаются фантомы на 412 исцеляющей, восстанавливающей энергии космоса. Фантомы заходит энергия. Сейчас они уплотняются. Выравнивается биополе. Идет общее наполнение, структуризация. Отрицательных полей я не вижу. Чакры работают в правильном режиме. Есть все фантомы собираются в тонкую копию Юрия. И пошла восходящая энергия матрицы Земли. Древо, ствол жизни заряжается. Пошла матричная энергия, она движется наверх вдоль позвоночника, параллельно в эфирных тонких, в эфирном теле и в верхних телах она обволакивает проекции органов внутренних. Мочеполовую систему здесь идет восстановление. На Сватхистане была подключка, довольно жесткая интерференция. Брюшная полость устанавливается. Ну, наполнение идет наверх до головы, здесь сосудами заканчивает головного мозга, правку эфирного тела, и наполнение есть. Есть, матричный энергетус космический останавливаем, как заряжается полностью, останавливаем потоки, поднимаем частоту вибрации его энергии космоса и матрицы Земли до максимально комфортного значения. Было обнаружено 16 Гц при диагностике. Смотрим сейчас комфортное значение вибрации, запрашиваем. 38. Отлично, 38 Гц. Пошли по шкале, выставляем Юрию, синхронизируем в автоматическом режиме. У меня есть синхронизация.
Хорошо, переходим к защите. Отлично, подключаем биополе Юрия к чистым источникам полимер Каба для структурирования энергии космоса, матрицы Земли. Выстраиваем каркас защиты биополя и даем туда энергии. Сколько, посмотри, пожалуйста, туда процентов какого цвета? 500%. Фиолетовая, голубая и золотая. Угу, пошла защита, каркас создается, создается защитная оболочка, укрепляется. Идут сейчас потоки. Энергии очень много, она плотная, а сфера, которая формируется вокруг Юрия, тоже плотная. Формируется многослойная защита, дополнительно еще отражающий слой зеркальной поверхности создан. Выставляем максимальные вибрации защитной оболочки. Есть, хорошо. Проецируется его энергоинформационный канал к высшему я, куратором, наставником, ангелом, хранителем. Канал вижу. Есть ли блоки в канале деформации? Нужно ли потоки исцеляющего сна направить? Да, нужно. Нужно, потому что здесь есть явные поражения в канале. Какими цветами? Мне нужен розовый, белый, фиолетовый. Мощные потоки розовый, белый, фиолетовый вихрем заходят в канал, активируя связь к высшему я на все 100%. Защищаем его от патогенного чужеродного воздействия. Пошел поток. Заходят они, сейчас концентрируются в районе шишковидной железы. Пробивает аджну чакру. И вот оттуда начинают подниматься вверх вдоль атмического тела и наверх через все его энергоинформационное пространство, прочищая канал, защищая его автоматически, то есть выстраивая вот этот вот цилиндрический поток защитный вокруг. Ну хорошо, выстроились сейчас потоки, двусторонняя связь присутствует. Есть, хорошо. Все, так, посмотри еще раз со всех сторон на него. Энергетически он заряжен, преобладание идет фиолетового цвета сейчас. Отлично. Чакры в рабочем состоянии. Отлично, хорошо. Если Юрий желает провести сеанс общения с Высшим, я также может присылать вопрос, узнаем о реинкарнациях, воплощениях на Земле, узнать о количестве, и не Земле, видимо, так как это космическая, скорее всего, душа у нас, да? Узнать о количестве набранной темной энергии, количестве кармических узлов, предстоящих уже пройденных. Выше я даю исчерпывающий ответ на все интересующие жизненно важные вопросы. И также можно самостоятельно общаться, если интересует, можете у администраторов узнать про курс гипноза, самогипноза. И все, мы закончили работу по Юре для освоения энергии. Елена, возвращаем, пожалуйста, тонкую копию Юрия в систему бюро. Робот душа заводим, возвращаем, укладываем, заводим тело, присоединяем ко всем системам управления биороботом душой, каждому внутреннему органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга идет 100% синхронизация вибраций и энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Да, произвожу подключение, синхронизацию тонких тел с физическим телом. Есть, хорошо. Есть. Отлично. И, Елена, отключайся от объекта воздействия. Перемесись, пожалуйста, в нейтральную чистую зону Млечного пути.